Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. 15 августа 2019 года, недалеко от аэродрома Жуковский, самолет Airbus A231 произвел аварийную посадку на кукурузном поле. И произошло это буквально через несколько минут после взлета в результате столкновения борта с стаей птиц. А спонсором этого видео является Raid Shadow Legends. Захватывающая игра с невероятно качественной и реалистичной графикой. Окунитесь в мир эпичных сражений и невероятных побед. В игре Raid Shadow Legends множество героев. Сейчас их более 600. Но также есть безумное разнообразие боссов. Сегодня я вам расскажу об одном из них. Это страж цитадели тьмы Малек Кавар. Мы с вами можем добыть отличный запас зелий тьмы, чтобы прокачать наших героев. Но знайте, Малек не отдаст своего зелья без боя. Если вы сумеете снять дебафы с этого босса, у вас все получится. В его распоряжении не так много других скиллов. Игра постоянно обновляется и становится еще интереснее. Вам предстоит справиться с двумя огромными новыми боссами. Темной феей Астраникс и Бомбалом Чудовищным. Если этого недостаточно, весь месяц будет наполнен потрясающими событиями и турнирами, в том числе одним очень особенным событием — совершенно новой функцией — суперрейды. Суперрейды позволяют удвоить награду за прохождение подземелий. А подземелья мы особенно любим. Вы можете найти меня в игре под ником UnderworldRu. Друзья, каждый ваш переход по моей ссылке — это отличная поддержка для нашего канала. Прямо сейчас переходите в описание под видео или сканируйте QR-код, скачайте рейд только по моей ссылке, и в качестве нового игрока вы получите один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колба пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чанару в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде! Жесткую посадку совершил самолет Уральских авиалиний, летевший из Жуковского в Симферополь. Два года назад все новостные программы рассказывали о чудесном спасении 226 пассажиров и 7 членов экипажа самолета Airbus A321. Мастерством пилота восхищались. В кратчайшие сроки на это событие отреагировали и в Кремле. Экипаж был удостоен высоких государственных наград. Но, как водится, обо всех громких событиях помнят очень непродолжительное время. А между тем, эта история до сих пор не пришла к своему завершению. Расследование воздушного инцидента не окончено и сегодня, спустя 2 года после аварии. Среди летчиков существуют диаметрально противоположные точки зрения на действия пилотов А-321. От восхищенного одобрения до обвинения в грубейшем непрофессионализме и нарушении существующих инструкций, предусматривающих действия в подобных ситуациях. Но наша задача не давать оценку принятым решениям экипажа, а рассказать о судьбе останков самолета, которые являлись вещественными доказательствами в текущем до сих пор расследовании Межгосударственного авиационного комитета. Странности здесь начинаются уже с самого факта затянувшегося расследования. Обычно Межгосударственный авиационный комитет публикует результаты проведенного расследования в гораздо более короткие сроки. Конечно, в данном случае на длительность расследования оказали влияние введенные в 2020 году коронавирусные ограничения, о чем было указано на сайте МАК в разделе, посвященном данной аварии. Но все равно это не позволяет в полной мере оправдать столь затянувшиеся сроки. И здесь мы подходим к одной из причин, которая могла оказать серьезное влияние на произошедшую с лайнером Уральских авиалиний катастрофу.
Причиной аварии стало попадание при взлете птиц в двигатели. Однако в Жуковском, как и в любом другом аэропорте, действует специальная орнитологическая служба, которая занимается отпугиванием птиц с помощью специальных технических средств. В аэропорту Жуковского существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов. Но вот насколько они эффективны, это еще зависит от многих факторов, в том числе от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории. Но по многочисленным рассказам, которые появились в СМИ после аварии, она недостаточно эффективно справлялась со своими задачами из-за наличия поблизости от аэродрома полигонов бытовых отходов и несанкционированных свалок, которые привлекали большое количество пернатых. Были даже прецеденты судебных разбирательств с владельцами этих свалок, но к моменту аварии это никак не повлияло на ситуацию. Расследованием занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Ее члены сегодня осмотрели свалку, которая могла привлечь чаек, попавших в двигатели. Недалеко от нас есть озеро Гущица, возле которой, по сообщениям, находится также незаконная свалка. Но оба места, о которых я говорю, это такие спорные пункты, по которым неоднократно проводились и судебные заседания. Ну а мы давайте осмотрим обломки того самого А321, который 2 года назад совершил аварийную посадку. После завершения обследования самолета членами комиссии Межгосударственного авиационного комитета и спустя несколько дней после аварийной посадки, учитывая полученные воздушным судном повреждения, было принято решение о невозможности его восстановления и дальнейшей эксплуатации. Для того, чтобы эвакуировать пострадавший лайнер с места аварии, его решено было разрезать на несколько частей и погрузить обломки на автомобильные платформы. Далее они были доставлены на территорию аэропорта Жуковский, где и были складированы в таком же виде на одной из автомобильных стоянок. Несмотря на то, что расследование МАК до сих пор не завершено, а следовательные обломки самолета до сих пор являются вещественным доказательством, на сегодняшний день они находятся без какой-либо серьезной охраны и абсолютно доступны для осмотра. Мне довелось побывать во множестве самых необычных мест, даже в городских подземельях, где присутствие человека предусмотрено в исключительных случаях. Но, пожалуй, в этот раз я чувствовал себя наиболее непривычно, имея возможность свободно входить в кабину пилотов пассажирского лайнера, пускай и раздестроенную, с демонтированными приборами, креслами. И ощущение усиливалось от того, что это был не просто какой-то абстрактный самолет, а воздушное судно, на борту которого, по счастливому стечению обстоятельств, в результате катастрофы остались живы более 200 человек. Прошло уже 2 года с момента аварии, с момента, когда этот борт произвел вынужденную посадку недалеко от аэродрома Жуковский, но расследование так и не закончено. Фактически на сегодняшний день обломки самолета являются уликой следствия, но все это лежит на автомобильной стоянке недалеко от аэродрома Жуковский и никак не охраняется, то есть мы сейчас здесь практически свободно находимся. И не столь важно, к какому выводу придет расследование этой аварии, а важно то, что все пассажиры и члены экипажа остались живы после того трагического инцидента. Не забудьте поставить этому видео лайк, если оно вам понравилось, и поделиться им со своими друзьями.
Этим вы очень поможете развитию нашего канала. И, конечно же, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали ранее. Будет очень много интересного. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч!